Сегодня в повестке, как обычно, несколько десятков вопросов. Но, естественно, среди них есть те знаковые, которые обязательно будут рассмотрены. А есть ряд вопросов, до которых есть вероятность, что не удастся дойти. Конечно, очень будет интересовать многих, значит, обсуждение и принятие закона, касающегося темы интернета, касающиеся подразделений, связанных с исполнительным производством и так далее. Но мы находимся пока вот в этот момент под впечатлением вчерашних больших парламентских слушаний, и поэтому позвольте несколько слов об этом сказать. Они были посвящены, напомню, тему паллиативной помощи, проходили в Большом зале, вел председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. И, на наш взгляд, были вскрыты очень многие аспекты этой темы, но главное, о чем говорит всегда наша фракция, что никакое хорошее начинание, а это, безусловно, тема, которую нужно разрабатывать и по которой нужно принимать конкретные решения, облегчать жизнь последние часы, дни, недели, месяцы для тяжело больных людей, которые уходят от нас. Никакое хорошее дело не может быть решено в области здравоохранения, если мы не наладим тему с финансированием. У нас по-прежнему остается, несмотря на даже обнародованные национальные проекты, несмотря на разрекламированный бюджет на 2019-2021 годы принятые, и несмотря на то, что формально увеличение ассигнований на сферу здравоохранения произошло, тем не менее мы остаемся далеки от нормативов, установленных Всемирной организацией здравоохранения, предлагаемых ею как идеальный вариант для развития медицины и охраны здоровья. У нас 3,5-3,6% от валового внутреннего продукта финансирования, а нормативы 6, а в европейских странах 7, а на Кубе 10 и так далее, и так далее. То есть явно не хватает вообще в целом на всю систему, не говоря уже о том, что нужно решать конкретно вопросы, связанные с паллиативной медицинской помощью. Я бы обратил внимание вот еще на какой момент, который вчера в обсуждении звучал, но он как-то прозвучал неакцентированно. На него, в частности, обратила внимание министр здравоохранения. Нам бы вектора не перепутать. А то вот при обсуждении получается, что у нас все люди уже и пожилого возраста, и все переносящие тяжелые заболевания, они уже чуть ли не подпадают под эту самую паллиативную медицинскую помощь. А ведь у нас есть ситуации, когда вчера мы считали его безнадежно больным, а сегодня или завтра это уже излечимое заболевание. А мы говорим и о продолжительности жизни. Вот тут бы не перепутать, еще раз говорю, вектора. Не перепутать, что нам нужно медицину настраивать прежде всего на то, чтобы излечивать болезнь, продолжать жизнь, качество жизни улучшать и так далее, а не просто облегчать уход в мир иной для тех, кто страдает. Еще одна медицинская тема сегодня в повестке дня значится, дойдем или нет, но позиция нашей фракции совершенно очевидна. Мы являемся, значит, авторами законопроекта, который касается совершенствования системы обязательного медицинского страхования и, в частности, роли страховых медицинских организаций. Наша позиция совершенно однозначна. Если идет речь о государственных деньгах, а фонд ОМС и средства бюджета, и средства региональных бюджетов – это государственные деньги. И о том, что они используются государственными медицинскими или муниципальными, но их все меньше и меньше, медицинскими организациями, то какую роль играют частные компании? Они играют роль посредников между государственными деньгами и государственной медицинской помощью. И на эту посредническую роль, по оценкам, уходит от 20 до 30 миллиардов рублей ежегодно. Это сумма, которая могла бы полностью решать все проблемы обеспечения лекарствами тех категорий граждан, которые нуждаются. Поэтому мы считаем,
что это звено из системы оказания медицинской помощи, именуемое частные страховые медицинские компании, можно было бы вполне безболезненно удалить, был бы выигрыш для того, чтобы реальные средства пошли в здравоохранение. И функции, которые несут на себе эти страховые медицинские компании, вполне могли бы выполнять территориальные органы фонда обязательного медицинского страхования и Росздравнадзор. В вчерашних прошедших здесь парламентских слушаний несколько слов буквально. Ну, первое, это, конечно, движение вперед, это новые формы оказания паллиативной медицинской помощи. Но абсолютно правильно подчеркнул вчера Геннадий Андреевич Зюганов, выступая на этих слушаниях, что без увеличения финансирования, без создания соответствующей материальной базы, наш законопроект очень важный, очень нужный, может остаться всего лишь декларацией. Об этом говорят и факты, об этом говорят и сегодняшняя статистика, по которой половина мощности по оказанию паллиативной помощи Российской Федерации еще не создана. Не хватает кадров, не хватает лекарств, не хватает еще ряда материальных ресурсов. Но попытка выделить эту медицинскую помощь из разряда остальных приведет к тому, что просто будет перетянуто вот это лоскутное одеяло на один из видов помощи в ущерб всем остальным, как это уже неоднократно бывало. Мы создавали перинатальные центры, но напомню, что перинатальный центр своего содержания требует в два раза больше средств в среднем, чем обычный родильный дом. Соответственно, никто денег в систему не добавил, и появление новых высокотехнологичных центров внутри нашей системы здравоохранения привело к тому, что пришлось дополнительно ободрать первичную медицинскую помощь. Те же районы, те же участковые больницы, те же районные больницы. Если говорить о повестке дня, сегодня, наверное, самым обсуждаемым вопросом будет вопрос о мерах, предпринимаемых или попытках предпринять меры по защите российского интернета. Этот законопроект внесен группой сенаторов и депутатов Государственной Думы и предполагает два, на наш взгляд, абсолютно независимых действия. Первое действие – это, собственно, защита сегодня российского интернета, это возможность формирования корневых сервисов на территории Российской Федерации, поддержание работоспособности интернета в случае каких-то внешних угроз или отключений. Безусловно, это направление заслуживает внимания. Каковы будут механизмы его реализации, это вопрос уже, конечно, к специалистам. Но вот второй эпизод или второй момент, который в этот законопроект спрятан, это вопрос возможности ограничения доступа или возможности ограничения трансграничного трафика, который сегодня будет создан благодаря наличию или обязанности установить специальное оборудование на всех точках входа внешней информации. Я напомню, сегодня порядка 5 крупных оптоволоконных кабелей входит в Российскую Федерацию с разных сторон. Планируется, что практически на всех направлениях будут установлены специальные устройства. Что это за устройства, что они будут делать, совершенно непонятно. Планируется, что благодаря этим устройствам Роскомнадзор, как главное ведомство, будет отслеживать трафик и может блокировать любой трафик в случае, если возникнет угроза, возникнут какие-то иные состояния, которые четко на сегодня не регламентируются, не описываются, и, соответственно, возникает возможность произвольного, а иногда и политического, блокирования той или иной информации. Что, безусловно, отразится и на работе ряда сервисов, в том числе и на работе тех сервисов, которые используют политические партии для доведения своей позиции, доведения своей информации. К большому сожалению, официальные СМИ на сегодня не всегда транслируют ту информацию, которая имеет место быть. Официальные СМИ на сегодня не всегда доводят позицию политической партии, и поэтому исключение сегодня, давление и любые попытки ограничения в сфере интернета, на наш взгляд, весьма опасны и нецелесообразны. Фракция КПРФ не будет поддерживать данный законопроект.